Когалыме при поддержке «Лукойла» состоится главное спортивное событие осени – полумарафон «Абгани Ингуягон». Масштабный забег пройдет уже 10 сентября. Начало первых стартов в 9 утра. Ожидается прибытие легкоатлетов из 18 регионов страны. Участники могут выбрать дистанцию в соответствии с возрастом и уровнем подготовки. Среди желающих обогнать Ингуягон – нефтяник «Лукойл» Западной Сибири, победитель и призер окружных всероссийских и даже мировых первенств среди ветеранов по лыжным гонкам Евгений Пуртов. Несмотря на спортивные регалии, Евгений к полумарафону готовится усиленно. Ну, схема примерно одинаковая к подготовке к видам на выносливость. Отличается только в техническом плане. Ну, всегда можно определить, лыжник бежит или легкоатлет. Как? В техническом плане всегда, конечно, легкоатлет будет. И красивее бежать, ну, то есть, естественно, техника. А лыжники обычно тяжело бегут, с пятки на носок перекатываются, что категорически неправильно. Дистанция Евгения Пуртова – 10 километров. Я, конечно, иду в первую очередь на спортивный праздник, потому что как бы мои уже такие годы миновали уже. И последний полумарафон я бежал, кстати, в Покачах. И это был, наверное, год 2004 или 2003 даже. Где-то в этом диапазоне. Всех участников полумарафона «Абгани Ингуягон» ждут на Рябиновом бульваре к 7 часам утра. Все начнется с разминки. Подробности о предстоящем спортивном празднике расскажем уже сегодня в итоговом выпуске событий. Не пропустите.